Любу Трофимову в «Офицерах» Алина Покровская сыграла так убедительно, что зрители еще долго называли ее «идеальной женой». После выхода культовой картины на экраны актриса стала поистине всенародной любимицей, символом женской верности и преданности на долгие годы. Если вот жениться собрался, как жену зовут? Люба. О, давай, женись, вот не будешь ни разводиться, ничего. Алина Станиславовна получала горы писем от поклонников, многие из которых звали ее замуж. Даже Георгий Юматов, который всю жизнь прожил с супругой Музой Крепкогорской, серьезно увлекся красавицей-актрисой. Она же тогда была несвободной. Нам помешали познакомиться. Иван. Люба. Ой, спасибо. Это мой муж. Это я уже понял. Как и в кино, в жизни Алина Покровская была верной женой и надежной спутницей. Вот только счастье она обрела лишь в третьем браке. В этом видео я расскажу о том, как сложилась судьба актрисы, как она пережила смерть третьего мужа, который сделал ее счастливой, а также кем стал ее единственный сын, которым она так гордится. Родилась Алина Новак, такова девичья фамилия актрисы, в 1940 году в городе Сталина, ныне Донецк, и большую часть детства провела за кулисами. Ее мама, Александра Коваленко, была певицей филармонии, а отец, Станислав Новак, театральным осветителем. Когда началась война, отец ушел на фронт и домой уже не вернулся. Он полюбил другую женщину. Родители развелись, когда Алине исполнился год. Всю войну мама с дочкой провели в эвакуации, а после переезда в Москву талантливую певицу пригласил в свой ансамбль сам Исаак Дунаевский. Там-то мама Алины и встретила своего второго мужа, дирижера Валентина Александрова, который стал для ее дочери настоящим заботливым отцом. Он же привил ей любовь к искусству, брал девочку на спектакли, водил в музеи и читал ей книги. А вот на сцену Алина попала уже подростком, благодаря Дунаевскому, который, увидев ее танцующей в маминой гримерке, предложил ей подменить заболевшую балерину. Впервые оказавшись на сцене и услышав оглушительные овации, девочка уже не сомневалась в выборе профессии. Окончив школу, Алина с первой же попытки поступила сразу в два театральных вуза – школу-студию МХАТ и Щепкинское училище. Однако в Щепке тогда преподавал известный педагог Леонид Волков, и Алина выбрала его в качестве наставника. Окончив учебу, девушка с прекрасным голосом, доставшимся ей от матери, получила приглашение сразу из трех театров, но выбор остановила на Театре Советской Армии, которому остается верной вот уже 60 лет. Не смотрите на меня так, я этого не люблю. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Замуж Алина впервые вышла еще в студенческие годы. Избранником стал один из педагогов – Алексей Николаевич Покровский, фамилию которого актриса носит до сих пор. А вот сам брак не сложился. Супруг был на 16 лет старше Алины, общего у них оказалось не так много, так что они тихо развелись, оставшись друзьями. Вторым супругом стал актер Владимир Сашальский. С ним актриса прожила 9 лет, однако и этот союз не принес счастья. Сашальский любил вечеринки, шумные компании, рестораны, где алкоголь лился рекой. Алина, напротив, предпочитала тихий семейный отдых. Но главной причиной разрыва стало то, что Сашальский категорически не хотел детей. До встречи с Алиной Владимир, который был старше супруги на 11 лет, был трижды женат официально и воспитывал дочь от фактического брака с актрисой Нинель Подгорной. Свой родительский долг он считал исполненным и не хотел взваливать на себя лишние хлопоты. Поняв, что надежды нет, Алина подала на развод. Лишь в третьем браке с актером Германом Юшко актриса познала радость материнства и настоящего женского счастья. Познакомились будущие супруги на сцене Театра Советской Армии, но долгое время не обращали друг на друга внимания. Но постепенно, играя влюбленных на сцене, они стали таковыми и в реальности. И хотя их роман нельзя назвать полным огня и страсти, своего супруга актриса всегда вспоминает с бесконечной благодарностью и восхищением. Он был обаятельным, любящим, трудолюбивым. Помимо таланта у него были золотые руки.
Супруг во всем помогал жене по хозяйству, своими руками построил дачу, которую Алина Станиславовна просто обожала. Их брак был гармоничным, а отношения – ровными и спокойными. Кстати, Юшко был даже младше супруги на один год. В 1974 году, когда актрисе было 34 года, в браке родился сын – Алексей. Герман стал прекрасным отцом, а спустя несколько лет супруги обвенчались. Они жили душа в душу 40 лет. Но 11 ноября 2010 года сердце Германа Юшко перестало биться. Он боролся с болезнью долгих 4 года, а Алина Станиславовна не отходила от супруга ни на шаг. Актриса смогла пережить смерть мужа лишь благодаря поддержке сына и работе. «Мальчики мои всегда мне цветы дарили, а теперь я им». В этом году Алине Покровской исполнилось 82 года. Она по-прежнему выходит на сцену театра Российской армии, а проживает недалеко от работы, в простой двухкомнатной квартире. Алина Станиславовна остается бодрой и энергичной, занимается озвучкой кино и мультфильмов, читает стихи и поет военно-патриотические песни. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал». Но главной гордостью актрисы по-прежнему остается ее единственный сын – Алексей. «А это сын мой любимый. Лазает где-то в Коктебеле. Вон он мне вот это вот в Коктебеле нашел». Он всегда был скромным мальчиком, и его совсем не прельщала актерская слава. После школы юноша стал студентом МГУ и получил специальность историка. Попробовав себя в качестве экскурсовода, он понял, что ему больше нравится работать с бумагами. Молодой человек получил должность заведующего отдела письменных источников в историческом музее. Это один из самых больших фондовых отделов исторического музея, в собрании которого хранятся уникальные документальные памятники истории России. Алексей Юшко счастлив, общаясь с старинными бумагами, и считает музей своим вторым домом. В семье Алексей прекрасный кулинар. Он женат и венчан со своей супругой. Матери он подарил внука Максима. Так что Алина Покровская стала не только счастливой мамой, но и бабушкой. Она регулярно посещает церковь, соблюдает посты, читает православную литературу. Вместе с сыном и внуком ходит на службы. Остается лишь пожелать прекрасной актрисе и ее семье здоровья и долгих лет жизни. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и «Зеркало экрана».